череде мероприятий лагеря «Олимп» корпорации УСМПО «Висма» главное событие на четвертой смене – это День физкультурника. 10 августа мальчишки и девчонки встретили его на свежем воздухе на солнечной площадке базы отдыха. Этот комплекс – это маленькие личные победы детей. Они делают первый шаг, они идут к нам с детского сада, они первый раз узнают, что такое 500 метров, что такое хороший профессиональный батут. Они видят этот спортивный комплекс, они зажигаются и потом идут заниматься в секции. Поэтому День физкультурника, гора Мельничная и корпорация ВСМПО «Абисма» – это огромное содружество настоящего здоровья, личных побед и спорта. Где, как ни в Олимпе, говорить о спорте, физкультуре и Олимпийских играх. Ребятня погрузилась в историю античных и современных соревнований, вспомнили, что означает их символика. А затем каждый из четырех отрядов вместе с вожатыми представили свои спортивные номера. Футболисты пасовали в футболе, лыжники проскользили по асфальту на роликовых коньках с факелом Олимпиады. Без запинки поздравили старших физкультурников, преподавателей и вожатых с профессиональным праздником самые юные олимпийцы, бодро произнеся спортивные речевки. Поздравить хочется сегодня всех спортсменов, физической культуры, суперменов, кто нам свою заботу посвящает, физические люди, кто развивает. Желаем им идти путем достойно, чтобы в личной жизни было все спокойно. Достатка, мира и добра сегодня скажем физкультурнику ура! Не обошлось без подвижных танцев и оригинальных мастер-классов. Необычную тренировку устроила юным спортсменам Наталья Негомедьянова, директор лагеря «Олимп», показав, что такое двойное ведение в стритболе. На праздник на Мельничную приехал и сам олимпийский Мишка, который лично пожал руку каждому физкультурнику и физкультурнице и пожелал всем побед и рекордов в будущих соревнованиях в Олимпе.